Всем привет! Вы на канале Нибицу. Хочу сегодня с вами поделиться одним очень интересным способом рисования, основанным на случайностях. Начнем с небольшого введения. У каждого художника есть свое видение графики и способы ее рисования. То есть, если дать, к примеру, 5 разным художникам нарисовать котика в формате пиксель-арт, то мы получим 5 абсолютно разных рисунка. У меня также есть свой способ рисования, которым я сегодня и воспользуюсь. Ну давайте начнем. Для рисования пиксель-арта я пользуюсь программой Acyprite. Ее можно приобрести в Steam, либо скачать более знакомым всем способом. Итак, создаем новый проект. Рисую я в формате 32x32. Готово. В чем же заключается способ? Мы рисуем определенную часть персонажа. Я всегда начинаю с глаз. Обычно для этого хватает 6 пикселей. Так, для того, чтобы нам было комфортнее рисовать, давайте поменяем палитру. Мне по стандарту, которая у нас установлена, не нравится, поэтому давайте ее заменим. Нажимаем на вот эту кнопку. У нас открывается меню, здесь очень много всяких разных палитр. Тут есть как бы очень даже неплохие, но мы выберем вот эту вот вторую, да. Возьмем ее. Сейчас рисуем глаза и очертания лица. Рисовать мы будем привидение, поэтому нужно подобрать темные тона. Ну а теперь я буду рисовать концепт персонажа. Начну я с мантии, которая будет покрывать большую часть модели. Я не собираюсь выводить все по пикселям, ведь способ, которым мы пользуемся, подразумевает импровизацию. Сейчас я буду пытаться нарисовать накидку для головы персонажа разом. Если вам не понравилось то, что у вас в итоге получилось, удаляем и начинаем заново. И продолжаем до того момента, пока вас не устроит итог. У меня обычно получается с третьего раза, но иногда счетчик переваливает за 50 попыток. Вот этот вариант я оставлю, мне он нравится. Теперь мне нужно все это подогнать под размер персонажа. Старайтесь не допускать прямых углов и избавляться от лишних пикселей. Это придаст вашим линиям большую гибкость. Теперь этим же способом пытаемся нарисовать остальную часть тела. Нижняя часть, конечно, не такая классная, как верхняя, но пусть будет так, это концепт, я сейчас буду его редактировать, увеличивать его в размерах, рисовать ему руки, рисовать элементы, как-то его видоизменять, пока мне это все не понравится. То есть сейчас это просто как манекен, то есть я сейчас буду лепить из него то, что мне нужно. Вот, и я сейчас ускорю видео, потому что я очень дотошный, очень долго все это делаю, подбираю. Но на каких-то важных этапах я буду останавливать и проговаривать, что я сделал.
Вот она магия этого способа. Смотрите, я нарисовал первую руку. Ну, нарисовал ее концепт. И когда я приступил ко второй, у меня получился плащ. То есть у меня продолжение мантии идет. Это очень круто. Я думал, что я сейчас буду рисовать руку, получилась мантия. В этом и фишка этого способа. И если вы присмотритесь, там есть ручка такая маленькая в самом начале. То есть вот мантия и ближе к телу там рука. Сейчас я нарисую вторую руку, и вы увидите, как призрак, он как бы прижимает свои руки к своему телу. Мне повезло, и я сделал сразу же то, что хотел. Прям с первого раза получилось. Вот, как видите, вот она одна рука, вторая рука, и они прижаты к телу. Сейчас мы закончим с нижней частью и перейдем к верхней. Думаю, здесь нужно нарисовать ему шарф. Это будет очень круто смотреться на этой модели. Да и к тому же, если я его буду анимировать, а я его буду анимировать, скорее всего, потому что мне нравится, что получилось, то этот шарф, он будет придавать этой модели очень классную анимацию движения. Ну вот и все, персонаж уже практически готов. Чуть позже я над ним еще поработаю, возможно, поменяю цвет или тени, но в принципе он готов. У меня в голове была совсем другая картина этого персонажа, но то, что в итоге получилось, меня устраивает прям более чем. Я, конечно, не могу сказать, что я постоянно пользуюсь этим методом, но иногда он реально выручает, потому что не всегда у тебя есть кучу вариантов разнообразных мобов и персонажей. Иногда ты просто садишься, выбираешь какую-то отличительную черту, к примеру, глаза или маска, и начинаешь просто экспериментировать, рисовать, и у тебя обязательно что-нибудь да получится. А иногда получается так, что просто ты бы сам никогда не догадался до этого. Вот такой интересный способ. У меня на этом все. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Для меня это очень важно. Это мое самое первое видео на канале. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это очень важно. Я тут надолго, поэтому много будет еще чего интересного. До скорого!